Всем привет, друзья! Этот выпуск будет посвящен нам конкретике двигательной функции, которая вот здесь вот на большом пальце. Расскажу подробно, почему нужно закачивать эту штуку. Во-первых, это стабилизатор, который вам помогает именно то, что ваш вес, именно чтобы на кулаке, допустим, свободно, да, получается, выгнуть его, получается, и стоять уже на костяшках, вот на этих, под тупым углом. Для чего это делается? Для того, чтобы создать удар с тупым углом. То есть, если вы не прокачиваете эту штуку, вы этого не делаете, да, то рука, когда вы будете бить под тупым углом, то есть раз, то есть под тупым углом вы пошли, и у вас получается уже вот здесь вот уже не сможет, короче, кисть уже совладать с этим, и все. И, скажем так, вы получите травму. Для того, чтобы этого не было, нужно подготавливать вот эту вот двигательную вот эту штуку, если вы хотите дальше, короче, именно реализовывать ваш кулак. Смотрите. Многие бывают так, что вот создали, получается, эти две костяшки, на них отжимаются, но это, я вам скажу так, неправильно. Сейчас дошел до такой нормы того, то что, то есть вы, получается, я просто на стеночке покажу, то есть вы, получается, вот вы стоите, да, вот, то есть раз вы выжили, получается, раз, и вот отсюда уже вышли. То есть, да, и смотрите, у меня уже кисти проворачиваются, я под тупым углом, уже стабилизаторы у меня все срабатывают, я на них держусь. И так дальше продолжаю отжиматься. Для чего это делать? Для привычки того, чтобы, когда уже она в конце уже вышла, то есть вам нужно было спокойно ее, в общем, это, создать именно этот тупой угол и еще туда еще сильнее протолкнуть. Давайте разбираться, к чему я приходил, с чего я начинал и что я для этого делал. Для начала рассмотрим такой момент сейчас. Рассмотрим такой момент, с чего начинал. Начинал я вообще-то как бы сначала с пальцев, но это новичковая штучка, то есть сначала на пальцах вы отжимаетесь, да, потом вы, скажем так, потом начинаете загибать пальцы, то есть именно с 5 до 1. Здесь вы, получается, начинаете с кулака, потому что вот так вот, вот так вот отжаться намного сложнее. Потому что вы не взаимодействуетесь, получается, с кулаком, и поэтому здесь уже работает у вас вот эта вот часть. То есть вот эта вот часть, она работает. Если вы с кулаком, то работает вот эта часть до сюда и отсюда. Вместе, короче, со взятым, потому что если вы так сжимаете кулак, получается, вы, получается, вспомогательно, короче, можете задействовать, можете так сказать, что вы задействуете себе все 4 пальца и при этом держите их в тисках, вот, из-за этого вспомогательно вы просто отжимаетесь. Когда вы уже научитесь уже там по 3, по 4, короче, ступеньки уже делать, вот, тогда я тогда скажу, что типа, потом вы уже можете уже спокойно уже вот так вот, то есть именно вот так, потом так отжиматься, выходить на эти моменты, и потом уже выжиматься уже вот до сюда. То есть это намного сложнее делать. Потом, сейчас я эту штуку не делаю, но я подготавливал к лапе тигра, специально подготавливал, учил, короче, потом уже вот так вот, то есть именно в напряжении их держать. В напряжении тоже много сложнее отжиматься, выжиматься и так далее. И потом мы переходили уже к этой части, как раз именно вот к этой части, вот именно то, что к этому выпуску, того, про что мы говорили, как закачивать именно вот эти вот наши, вот эти вот штуки. Конечно, да, вот
можете потом на них уже потом отдохнуть, отжаться так. Уже потом, уже плавно, нужно уже потом, когда вы уже почувствовали, когда вы уже перешли, уже на них отжиматься. Сейчас я покажу, как это, что это, как делается. И на самом деле я очень долго к этому подходил. Наверное, подходил я к этому год. И благодаря этому я встал, короче, на кулаки и отжиматься стал под тупым углом. То есть вот мы встаем вот так вот. Вот я даже на них опираюсь. И вот так вот мы, получается, вот выжимаем их. Таким образом у вас выстраивается вот здесь вот, у вас создается такой стабилизатор, который вам поможет именно сделать такую штуку. Сейчас. То есть вот вы отжались, раз, и вот так вот, то есть мы зафиксировались. Раз, опять расслабились. И зафиксировались. Такая штука очень сложная и требует, конечно, времени. Следующий выпуск, наверное, будет уже посвящен, короче, как выжиться, короче, на лапах тигра. Вот, надеюсь, вам это было, в общем, полезно. Всем до скорого. Увидимся в следующем видео.